Очень много всего нового, различного, да. Во-первых, у нас стало, появилось несколько НПСов, которые там один что-то скиллы точит, другой там картер сдает, третий еще что-то делает, я уже забыла. Квест на гонки нам дали. Не, квест на гонки дали лемуры. Не важно, все равно что ли. Вот. И там сколько-то НПСов. Большинство из них какие-то немножко наркоманы, но это не важно. Вот, и у Ори теперь есть инвентарь. У нас есть, ну, скиллы как скиллы, да, которые три ты выставляешь. Да, ну и усиления. И которые можно менять. А там усилять можно, помню, не скиллы, а эти штучки, которые мы подбираем. Осколки. Или не, скиллы не тоже. Скиллы. И то, и то. Да. Ага. Так, сейчас я предлагаю сходить посмотреть, чего здесь вот. Ну да, закуточек. Вот этот закуточек глянуть. Вот с этим вот. Ну там как получится. И вот это вот. Ну и какой-то из них. И продвигаться вот туда. Какой-то из них туда и ведет, да. Так что сейчас идем сюда. Сейчас пробуем подняться здесь. Ну погнали, ух ты божечки. Опять эти глаза. Да. Мосты. Так. Да, система нипель, конечно. Ой-ой-ой. Не успел. Да, блин. Понятно. Пойду-ка я это самое, энергии наберу еще. Низко. Низко, да. Алле-оп. Ай-яй-яй. Сейчас здесь комар будет. Приты, да комар, я и даже ползающая букашечка. Так, там он осторожно, он пикирует. Ничего себе, она еще так плюнула с каким упреждением. Профессиональная артоводка. Угу. Ой. Так, есть. Заразки такие. Так, дайте я гляну карту. Угу. Ну вот мы ползем, там вот камушек, который мы уже клали сюда, чтобы туда пройти. Там бешеный лемур плохой, который... Ой! Упал на него. Я думал, не упадет. Так. Это будет сверху падать, да. Там ну, опыт. Вот. Слушай, а туда пролезть-то можно вообще? Сейчас узнаем. Через этот не падает. А, падает. Тихо, тихо. Тут пролезли. Тут, по-моему, затоплено было, поэтому мы не могли. Конечно, пролезть. Тут вода была. А сейчас вот уже ничего. Нам кто-то унитаз спускал, то ли мы, то ли лемуры. А лемур нам подняли мост, а потом с водой разобрались, да, мы локально. Так, здесь мы посмотрели, теперь идем вот сюда. Осторожно! Энерджи. Так, окей. Так. Что-то сдается мне, как только ты на него ступишь, он будет убираться. А, нет, удивительно. Что там внизу? Ну вот выступ есть, по нему ползает букашечка. О-ля-ля, о-ля-ля. Ой, еще два комара, бог ты мой. Или там на меня. Нормально. Так, ну здесь мы не любим, кстати, там внизу кажется рыбка. А развилка. Ну, песос. А, пираньи эти, пираньи. Да не трать ты энергию у лука. Да я не... Энергии-то некуда восполнить пока что. Так. Лианы, лианы. Сверх кто-то ползает. Смотри, там опять этот торгаш, картограф. Может, он нам предложит карту открыть?
Смотри, вот тут выступ туда. А, нет, да? Ага, вот так, окей. Хорошо, а наверх-то как? А? Нет, пока никак, мне кажется. Значит, надо идти налево, вдруг там какой-нибудь скилл типа дадут? Ну, что-нибудь. Надеюсь, не подразумевалось, что мы должны взять за 2200 тройной прыжок. Да не, наверное. А откуда у нас такие бабки? Не, ну мы сколько-то уже потратили. Так, обрати внимание, сверху камни. Вот, вот, справа, слева, сверху камни. Ну, это, скорее всего, сейчас все будет падать на голову. Насчет падать не уверен. Ну помнишь, как они придавливают так вот? Тум! А вот попасть в эту шнягу я не смогу. Вот об этом я и говорила! Все. Ого, на этом месте. Ой-ой-ой. Нет, ты не успеваешь. Я сейчас попробую вот так вот. Ага. Обманкой. Прессанули меня. Ой-ой-ой. Да ну капец. Да ну. Мне зато вместе с комаром. Ты что ж ты делаешь? Да ты ядрит. Мадрид! Там еще пиранья зажжет. Да, меня съели. Вот он не долетает. Третий ты не успеваешь. Угу. Да, третьего и нет. Мне еще такое ощущение, кто-то первый. Во, он меня по жопе бьет. Нет, ну тут как-то явно по-другому это все надо делать. Ну да. Этот глаз там явно не просто так. Действительно, может, на обманке надо подняться наверх на тот камень? Да не поднимусь я сейчас. Не поднимешься, да? Ну типа зависнуть на нем, хопа, наверх. Стрельнуть в этот глаз, посмотреть, что будет. Не цепляется он за него? Осторожненько. Ау! Да не, ну, блин. Зараз. Сейчас. У тебя же есть эта прилипашка. Ну, типа вот, да. А как держаться-то? В смысле? Я-то откуда знаю? Вот. Он сможет из этого положения стрелять? Нет. Понятно. Да неудобно там стрелять. Думаю, еще надо что-то еще. Не, ну туда не можем, туда не можем. Что делать-то тогда? Выходить пока? Ой-ой-ой. Ах ты жопошная хрень. Пол жизни. Капец. О, там еще и вниз шахта. Да я, да. Мадре-мадре. Божесть. Она взрывается, когда дохнет. Помни об этом. Осторожно. Там это. Вода? Вода. Да шо ж ты делаешь? А вот там бортик, смотри. Нет, не допрыгни. Матерь Божья, как отсюда выходить-то потом? Туда я не заберусь. Так, потому что мы полезли туда, куда нам еще нет. Думаешь, рано? Угу. Там это вот бешеная белка, у тебя одна жизнь. Одна жизнь. О, смотри, она суицидальная. Да. Помнишь, у нас был какой-то суицидальный жук? Да. В дерево гинзы.
который все время с тобой там, за тобой прыгал в воду и топился. Так, здесь можно. Какой-то пенечек. О-о-о! Так это, по-моему, какая-то побочка, нет? Ого! Сохранишка. Ничего себе. Это мы какую-то побочку с гонками сделали? Угу. Тут не гонки. Тут суицидальный маньячизм. Что трясется? Ой, я помню, какие-то у нас были бронезавры, а тут жуки, жуки. Надо по тому же принципу надо их куда-нибудь вписывать. Типа, чтобы он что-нибудь там это... Только у нас тогда был топот уже. Угу. А вот та деревяшечка, туда не запрыгнешь? Вот тут туда мы. Мне кажется, он вообще не убиваем. У него хп-то вообще есть? Есть. О, виси. Неплохо. Ой. По зопе ему, по зопе. Лучше бы жизнь дали. Да. А, мы можем сделать body to mind. Так, смотри, какой-то рычаг. И что-то... Ага, мы открыли двери, да? Это все хорошо, а выйти-то как отсюда? Да, выйдем. Мы другой раз мы все лазим где-то вот. В жопе мира, да. Тихонечко. Хасеньки. А, вот есть... А, стой. Сделай body to mind. И возьми вот эту энергию. Сначала body to mind. Поздно. Ну ладно, они рисаются нормально. А, успели мы, да? Да. Да, вертай все обратно. Погнали. Так, букашечка. Тоже развилка. Ой, слушай, мы опыт пропустили где-то. Но он над нами. А, ага. Так нет, смотри, вот нет. Еще где-то прям впритык. И непонятно, откуда это, с той стороны лезть или с этой. Не, с той стороны, мне кажется, негде. Негде, да? Да вообще где-то сверху надо падать. Ага. Дерево внизу. О, это значит скилл. Интересно, что дадут. Рывок. Рывок вперед или в воздухе. Это еще одна ускорка. Угу. Блин, и что, надо что-то заменять? А тут я не вижу ее. Ну подожди. То есть тебе его дали не в скиллы, а как бы просто так. Как клавишу. Да? Там РБ или что? РТ, РБ, я не помню. Как вот это, что ли? Называются твои вот. Да, вот. Во-во-во. Он работает без выставления на какие-либо панели. Да, да, да. Замечательно. Неплохая ускоряшка такая. Да. Если что, сдрапать можно. Смотри. Вот именно под ней ты, скорее всего, и сможешь пройти эти камни. Да, скорее всего. Напомню. Тут были вот эти камни. Какие камни? Вот эти камни тоже. О, божечки. А, двое, двое. Белка и жаба скорпион как задолбали. Белка ледникового периода, блин. Да хуже. А, ох, ух ты, нифига, как можно с этой кувалды прям по башке упасть. Да? Вообще ништяк. Ну-ка. Да? Ништяк. Это аналог топота. Да. Похож, да?
Только тут два скилла, типа, езжать. Наверх вот туда сможем, вот на ту платформу справа. Погоди. Упс. Ускорка, ускорка какая-нибудь? Фить-фить. Нет, она только работает влево или вправо. Так а в воздухе ты сейчас как-то делал? А я нажимал все подряд. Там написано, что в воздухе она тоже работает. В воздухе могу вот так вот делать. Не, я про ускорку. Нет, а, вот. Тут все проще оказалось. Понятно. Нам намекают. Тренируйся. А чё, второй раз не нажался, не понял. Жми, жми. Да что такое-то? Да что? Здесь, значит, внизу оно работает? Типа в воздухе работает один раз? Да не один раз, вот раз, да, вот, блин. Только что. А внизу попробуй. Нормально. Так. А, все равно есть маленькая пауза, да? Ну да. Слушай, а если попробовать миксовать? То есть сначала ты юзаешь двойной прыжок, потом рывок, потом снова двойной прыжок, потом рывок. Во. Нет. Двойной прыжок не работает так. Окей. О, божечки, божечки. Игра на грани фола. Окей, а дальше-то куда? Так, там опыт. Лиана торчит примерно где-то здесь. Так. Ну опять просрали все. Опыт ну, и все. Туда просрали. Можно, ну туда можно. Тут вот бешеный жук. Ну давай Мара. Сначала закончим с правой частью, потом вниз пойдем. А вниз это, мне кажется, тупик. Просто видишь, там опыт не взяли, непонятно где он вообще. Какая-то потайная комната очередная. А! Попы и нащипи. А-ля-ля-ля-ля. Не, не знаю, куда то Лиана допрыгнет. А может все-таки не отсюда, а оттуда? А, не та кнопка, твою ж, налево-то. Откуда оттуда? Ну падает он, конечно, достаточно стремительно. Нет, оттуда и не допрыгнет, не это. Ну вот, а точно так же, типа, как двойной прыжок и ускорка. Не хватит, да, мощи? Слушай, опыт где-то тут внизу валяется, да? Какой опыт? Ну, открой карту. Ага, это в той ко, вот этой. Слушай, я, кажись, поняла, где он. Он под этими камнями, которые падают на голову, вот под этим бревном. Вниз! Да. Неплохо, много опыта, кстати. Молодец. Короче, в той части он был такой суровый маг, а тут он такой ниндзевый милик. Немножко поменялись силы. Хотя тоже скиллы, конечно, очень забавные есть. Ау, почти, почти, почти. Ой-ой-ой, там уже крокозябра резалась.
О, шикарно. И еще опыт. Ну вот, мы зачистили. Осторожненько. Надо почесаться. Так, жук, опять жук. Это можно, вот как ты говорил, сверху молотком. Вот так. Тынь! Не в ту сторону. Практически топот. Замечательно. Так, осторожненько. На! Yeah. Зёпа! Зёпа колючки. Так, стоп. Теперь нам, помнишь, нам... О, опять вот это вот наверху, где она, я не понимаю. Так. Где это опутинка? Всё-таки непонятно. Здесь не может быть, да? Типа сюда долетать. Но помнишь, там вот опыт. Я не понимаю вообще, где она. Может, она там вот, помнишь, была... Брёвнышко было, да, на котором мы тормозили. Может, от него куда-то в бок? Или хотя вроде тебя не пускало. Вот видишь, брёвнышко. Сюда же нельзя в бок от него пойти. Какая-нибудь потайная, типа, комната. Нет понятия. Зараза. Я туда не пойду. Пизду. О! Божечки! Ну, теперь понятно, как выбираться, да. Ать! Вокруг шеста прям вот. Какая. Заправская танцовщица. Профессиональ. Да блин. Как мне пролететь-то мимо этой штуки, чтобы она меня не прибила? Это? Ну как обычно, двойной прыжок, потом стремительный. Да, но мне кажется, быстрее. Я не допрыгнул. Я так и знала, что ты тупо не долетишь. Ау-ау-ау-ау. Одна жизнь. Так, десантируйся. Body to mind. И пока она не резнулась. Максимально высоко, так, чтобы тебя не... Ух ты, божечки, он даже так умеет. Слушай, он стал прям вообще. Цирк Дю Солей отдыхает. Так, вода, осторожно. Шестик. Штучка вот эта, боковая стеночка. Там букашечка. Досвидос. Осторожно, зёпа! Зёпа шипы. Так, ух ты. Делать прям не могу. Прям спортивный гимнаст. А почему она в воду-то не падает? На каком-то висит она прям. Ну, замечательно. Ай, не то. Так а что, снизу-то, а тут не долетишь, тебе прям с лянки? Нет, не долечу. А? Давай. Так, это... Это картограф. Сто, в принципе, не так дорого. Хотя предыдущая была за 50. Цены у него, однако, растут. Давай карту уже... Круто.
Колодец, там еще какое-то условное обозначение. Что-то новое. Не знаю, что это. Да ну, что ж, прям такое? В полете прям. Причем она тебя чуть в воду не нет. Сбила из-за этого полета, так сказать. Почему ты их всех все время? Ты ими в теннис играешь. Так, а вот как сюда подняться, я уже не знаю. Как обычно? С платформочками фит, да? Ух ты. Мне потихонечку становится жалко животных. Дашь. Ну ладно, дынь-дынь-дынь. Как так вышло? Это уже не первое достижение, если что. Не, просто сейчас она дынь-дынь-дынь. Так, вот сюда-то как прыгнуть-то, а? Ну вот, на боковую стеночку. Да не допрыгну я до нее. Да почему? Тебе же дали скиллы вот эти новые, двойные. И они все в сторону, а не вверх. А по диагонали нельзя джойстиком нет. Направить? Как? Видишь, они только так работают. Мне кажется, у нас там расстояния были куда больше. Так, жук. Прилетит и сразу драться. Так, оп, оп. Осторожно, осторожно. Шикарно. Тихонечко. Так, а это что за страшная штука? Ну, просто колючки в воздухе висят. Осторожненько. Ну, сейчас опять стрелять меня начнет. Ну, что ж такое-то? Ячейка жизни, точнее, как мы теперь выяснили, пол. Ой. Ты шо ж ты делаешь-то? Я нажал все. Фрагмент ячейки жизни. Это опять половинка, да. Нажмите X, чтобы начать гонку. Дрить. Оу. Ты запомнила? Оу. А, там старт, а тут финиш. Давай не надо. Поздно. Мама мия. Ой, там уже как бы тут улетел. Кто улетел? Да вон тут это пучинка какая-то. Мама, платформа, падай на платформу. Да как падать, я забыл. Все. Тихонько. Жух. Другой шестик. А, жопа! Я все. Ау. Я. Ой, надо было еще раз посмотреть. Это просто твой фантом, так сказать. Господи. Нафига он там борзый? Он, может, эту трассу 250 раз уже прошел. Шестик, шестик, туда, вниз. И вот сюда. Я не успел. Ну, какой-то, я так полагаю, опыт дали или что? Боже, это там люди пришли на какую-то одну, вообще десятую, сотую, быстрее, чем ты. Ты это видел? Угу. Давай еще раз.
Кстати, сколько у нас еще там по времени? 30.82 у тебя, Шуры. Блин. Почти. Там можно падать прям по центру на мостик. Да а, да падай ты. Пусти, это все брось. По центру. Жизнь осталась одна. Все, нету больше жизни. Брось каку. Блин, надо вот в ту сторону падать. Можно по центру тут тоже падать прям. Тут почти везде на самом деле так. Вот у меня вот не хочет. Ну потом посоревнуешься. Да я не могу. В смысле? Видишь? Он тебя не отпускает? Нет, конечно. Там вообще-то в конце написано, можно выйти. Я же не буду выходить просратым. О боже мой! Маленький. Центр. Право. А, шипы, не сюда, блядь. Не сюда. Тут все вот так вот. Буковка Ю. Да поздно уже все. Ну ты время существенно лучше. Допусти, ты тут ядрит. Не, в этот раз хуже. А, 37-37. Угу. Ну вот если бы ты не держался, ты бы пришел да, вообще да. 27 секунд. В эти моменты хочется убрать этот скилл, который... Центр. Наверное, да ёб... Парасотея! Нет, ну липкость она сейчас спасает жизнь. Да? Туда ну, надо. Всё, как меня заново начать? Я не знаю. Боже, там есть кнопка выйти. Отстань своей кнопкой выйти. Центр. Центр. Ничего, он упал. Говняшечка. Далеко не... Да, да. Сюда. Можно. Быстро. 27 с чем-то. Все очень мало. Неплохо. Очень неплохо. Ну ладно, хоть не 147. Так, ладно. Мне понравилось. Хочу еще. Мне нет. При мне такого больше не делать. Ненавижу. Но это тупик. Все это на время. Ну и все, выходи отсюда. Гонки свои мерзкие тут. Осторожно! Да что ж ты делаешь? Все. Время. Сколько прошло? А, что у вас так много-то? Их я тут один. Много здесь, их тут и было много. Да господи! Путите. Все, все. Одна жизнь. Одна жизнь. Иисус. Да, блин. И риснулся тут. Может, просто наверх убежал? Одна жизнь. Да посрать на жизнь.
Вот, я иду наверх и пошел. Хватит крутить своим молотком. Да, замечательно. Энергия есть. А, на голову будет падать. А в какую мне сторону? А мне вот туда. Ну, вообще нам направо, да. В этом вся и жо. Ну, как обычно, стрелять в глаз. Мама мия. Да ёп. Ого. Даже так можно. Кошечки, смотри, как он мило ручками держится. Сделай боди туман, что ли. Да. Так, там опять какие-то лемуры. О, ля-ля. А, чуть-чуть. Да что он там не цепляется-то? Ну там, видишь, край такой травяной. Раз, два, прыжок, прыжок. Хорошо. И... Какой-то глаз не глаз, какой-то я не понимаю вот это. Оу. Так, мы открыли... Там сейвилка. А, да, дверь к колодцу. Окей. Опс, 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 бегом. Причем там наверху есть еще один глаз. Ну ладно, давай засейвимся. Всем сохранимся. И продолжим.